Большому кораблю большое плавание, а трехсекционному трамваю самые длинные маршруты – 1, 5 и 22. Они идут через весь город и дают возможность жителям всех районов прокатиться на транспорте в самых комфортных условиях. Просторный новый салон на 300 с лишним пассажиров, современная система отопления и вентиляции, телеэкраны, бесплатный Wi-Fi и система видеонаблюдения. Вагоны низкопольные, оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В кабине водителя максимальный обзор, персональный кондиционер. Елена Найдина водит трамвай 15 лет. Признается, что такого удобного и технологичного еще не видела. А реакция пассажиров бесценна. Как-то они даже еще сначала и непривычные заходят и думают, что куда же мы попали, трамвай ли это вообще? Такой длинный, смотрят. А это трамвай? Точно трамвай? Да, это трамвай, это не поезд. Длина нового трамвая почти 28 метров. Чтобы управлять такой большой машиной, водители прошли специальное обучение. Сначала вывели составы на линию ночью, чтобы обкатке не мешало интенсивное движение машин. Теперь вагоны пустили по маршрутам и днем. Трамвай красивый, трамвай большой, трамвай вместительный. Максимально туда может уместиться до 300 пассажиров. У нас таких вагонов раньше не было. Ну и это и предприятию, в том числе экономия, потому что салон сквозной, достаточно одного кондуктора на трамвае. Кондукторы тоже оценили плюсы просторного салона. Говорят, даже в часы пик пассажиры перемещаются без толчаи. Никаких конфликтов, и работаешь с душой, и это вот не ощущается, что такой большой трамвай прошел в один конец, потом культурно в другой, и все так слаженно получается. Удобно? Да. Ну а в чем именно удобство? То, что большой, да и места много, попросторней. Эти же трамваи будут перевозить гостей чемпионата по футболу от железнодорожного вокзала к стадиону. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, события.